Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю очередной вопрос-ответ, потому что в последнее время вас как будто прорвало, и вопросы сыпались. Итак, первый вопрос от Лизы Яковлевой. Ксюш, привет. Привет. Объясни человеку непосвященному, что такое НХ. Сири, что такое НХ? Вот кое-какая информация об этом. Она мне показала, что это неорганическая химия. Дальше Лиза просит показать мою любимую мягкую игрушку. Но вся проблема в том, что мягких игрушек в моей квартире поуменьшилось за последнее время. Но самая любимая, я вам сейчас покажу. Медведь, которого мы подарили с папой и мамой на день рождения, но он сидит у меня. И вот этот медведь, которого мне подарил на день рождения подруга Саша. Какой мой любимый фильм? Мой любимый фильм. Вот я вот недавно, вообще очень недавно, посмотрела Гарри Поттера, и я поняла, что это настолько классный фильм, что я была полной дурой, что не смотрела его. Какой у меня любимый мультфильм? Мультфильм мой любимый — это «Спирит. Душа прерий». Сериал. Я не смотрю сериалы. Она мне скинула такую табличку, которая поможет мне назвать моих лошадей по-японски. Хорошо. Эластик. Сейчас я вам зачитаю. Гатакари Чикими. Оскар. Муари Мекаши. Кобыла, господи, надо было ее так назвать. Римоно Зукуфу. Римоно Зукуфу. Следующий вопрос от Лизи Филатовой. Привет. Привет. Какая лошадь у тебя самая быстрая? Самая быстрая лошадь на данный момент у меня — это по темпераменту очень энергичная кобыла. Хоббей. Хоббей. Лето или зима? Лето. У тебя есть брат или сестра? У меня есть двоюродный брат и двоюродная сестра. Привет. Следующий вопрос от Полины Болдырь. Приветик. Привет. Как тебе понравилось КСК «Биться»? Я просто смотрела видео, и ты там выступала. Я просто не знаю, в какой КСК пойти в Москве, какие КСК тебе больше всего понравились. Ответь, пожалуйста, надеюсь, попаду в видео. Мне понравилось КСК «Биться», потому что это уже база, проверенная временем. Там большие деньги, хороший манеж. Но, к сожалению, грунт подкачал на обоих манежах. На обоих манежах открытом манеже еврогрунт, но он чуть-чуть рыхлый, он ездит. А в крытом манеже там песок, по которому лошади без конца подскальзываются в одном углу, постоянно в одном углу. Но в целом «Биться» очень хороший комплекс. В принципе, мне еще понравился КСК «Виват Россия», там вообще очень хорошо. Там можно и стоять, и выступать. А вот «Максима Стейблс» мне понравилось только как выступательный комплекс, но стоять я бы там не стала. Поэтому решай сама, выбор все равно остается за тобой. Я тебе не могу ничего приказать. Я с вами попрощаюсь, лежа на полу. С вами была я, Ксения Кузнецова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока!